Вітаю в ефірі студія репортер. Я Віталій Хемі, ради вітати в нашій студії, депутата Одеської обласної ради Романа Сенека. Пане Романе, вітаю в одному з, з останніх ефірів з паном Романом. Ми розмірковували от, за такий термін, як партійне будівництво, і прийшли до висновку, що в Україні, зокрема в нашому регіоні, величезна криза з, з, з самим партійним будівництвом. У нас є Проекты, а не партии. И потом, когда уже настает пора там выбирать, мы видим, что дуже часто у и майже немає никого спорящейся земной роман в этом вопросе даже больше соглашусь потому что вы на самом деле правы надо разделять у нас в стране есть два вида грубых так назовем два вида партии те которые представлены в парламенте и те которые являются местными партиями и вроде как люди больше доверяют тем кто на местном уровне создают какие-то ячейки потому что вроде как вот мы все все здесь и вот давайте э, вы там отстаиваете депутат наши интересы но это ошибочное мнение потому что э, фундаментальные вещи которые интересуют каждого из нас это коммунальные э, тарифы это пенсии зарплаты какие-то пособия и так далее они решаются не на местном уровне а решаются исключительно на на уровне верховной рады и только те партии которые на сегодняшний день представлены там имеют право подавать законопроекты выносить их в зал, голосовать и делать какие-то изменения, которые действительно касаются каждого из нас. Местные партии, максимум, что они могут, это облагородить территорию вокруг, скажем так, тех домов, где люди живут. Это было бы неплохо, если бы, скажем так, те партии, которые сейчас управляют городом, грамотно распределяли бюджетный ресурс для того, чтобы увеличивать, например, той темы, которой мы уже касались, электротранспорт, потому что мы с вами вот последнее время видим, насколько актуальны и насколько сколько острый вопрос, когда во время карантина люди стоят по 100 человек в очереди для того, чтобы сесть в трамвай и доехать домой. Это коллапс, он накопившийся за многие годы, потому что власть распределяла ресурсы безграмотно, выкидывали миллионы гривен на ненужные вещи, а то, что накапливалось и то, что является для города, скажем так, основной артерией, закрывали глаза. Поэтому, если говорить о партийном строительстве, можно говорить по факту, что его практически нету нигде. У нас не осталось партий идеологических, которые бы хотя бы какой-то период времени несли за собой идеологию. Под каждые выборы, у нас же с вами политическая ситуация в стране каждый раз меняется. И вот эти вот местечковые партии, не будем их называть, мы все их прекрасно знаем, они, как правило, все время ложатся под те центральные партии, которые у руля на центральном уровне в Киеве. Да? То бишь, пришел один президент ведет свою какую-то политику все мы легли под него хотя у нас идеологии ну грубо говоря даже не не идеологии а принципы у нас разные но э, так повелось что лучше вот э, с властью нежели э, в оппозиции в оппозиции осталась только одна партия которая вот так пробивает все стены э, крепенько но э, и, и в нашем регионе эта политическая сила там берет достаточно большую поддержку люди верят люди видят и соответственно соответственно выражают это в своей поддержке на выборах. Вот, поэтому было бы неплохо, если бы а, люди более, скажем так, детально изучали а, структуру всех партий, потому что в ней закопано и скрыто очень многое. В большинстве своем это исключительно бизнес-интересы ряда лиц, которых мы можем лицезреть в списках разных партий, которые ставят какие-то интересы по земле для своих строительных площадок, там по пляжам, по парковкам, по еще каким-то вопросам. Вопросом, лоббистские вопросы, да? а людей, которые бы могли сказать, за мной стоит 10 тысяч человек, потому что я борюсь за какое-то конкретное дело, таких депутатов у нас к сожалению нет, у нас даже мэров таких нету, нигде, потому что на сегодняшний день люди, 21 век все же в телефоне, открыл, посмотрел, почитал, сравнил и понимаешь, ага, этот украл, этот в коррупции замазался, этот себе дом построил, и, в общем, а для людей практически ничего. Поэтому партийное строительство это вот возвращаясь немножко в советское время, да, вот есть еще оттуда люди помнят, когда был, ну да, там было много всего, чего вспоминать не хочется, но порядок в строительстве партийном был, все знали, кто такой, кто такое первое лицо, второе, третье, и, и кто за что отвечал. Сейчас же у нас нету. У нас любой уважающий себя бизнесмен считает, что он должен иметь карманную партию. К чему это ведет? Это ведет к тому, что людей просто обманывают. Людям выдумывают красивые лозунги, красивые видеоролики, флаги, плакаты, бомбезно. На нас много, а по факту это пшик, чисто для того, чтобы протащить каких-то там пять депутатов, например, в городской совет и отстаивать свои интересы. Але ми, коли говоримо про опозиційність чи іншої сили, і говоримо, є приклади, що там вже деякі партії партія, вона до одного президента в опозиції, до іншого президента, ось припустимо, що і ви говорите, що там є підтримка, величезна підтримка. Опозиція отримує підтримку і стає владою. Чи не буде там якось там некомфортно працювати вчорашній опозиції при владі? Ну, Одне діло там критикувати, пропонувати, але все ж таки критикувати. А потім же брат відповідає. Ну, ви знаєте, потрібно для початку определить, хто із усіх партій, які зараз кричать, що вони в опозиції, хто є настоящей оппозицией. Делается це дуже просто. Для тех, ну, у кого є бажання і настроєння розібратися, просто заходишь на сайте там, городского совета, областного, Верховной Рады и смотришь, как те партии, которые рассказывают тебе, что они в оппозиции, как они голосуют. Вот если они голосуют вместе с властью, но рассказывают, что они оппозиция, то уже определенный вывод четкий все понимаем. Это никакая не оппозиция, это просто разделяют людей, пытаются разделить электорат, чтобы пощипать там у синих или у красных или у зеленых, грубо говоря, голоса. Разделяй власть, все, никого больше принципа нет. А есть те оппозиционные партии, которые действительно все эти годы не голосовали вместе с властью, которые стояли на принципах и сейчас пытаются взять власть. Но любая оппозиция хочет стать властью, это основная ее цель, стать властью. Ну, я, например, являюсь членом команды тоже, которая сейчас в оппозиции к власти. И даже при том, что мы не имеем никаких рычагов, как, которые бы могли, вы знаете, как у чиновников, дал команду, решили. Мы, у нас нет таких рычагов. Но даже при этом, что мы в оппозиции, мы очень сильно влияем на власть, которую заставляем делать то, что нужно людям. Соответственно, мы абсолютно готовы к тому, чтобы взять полностью власть в свои руки и реализовывать те принципы, которые, за которые нас поддерживают люди. Поэтому у нас страха перед работой нет никакого. У нас достаточно сильная профессиональная команда. Это пусть называют как хотят, это иллюстрированные, это какие ярлыки нам только не верят. Но по факту это те люди, которые одесситы помнят, что при них в Одессе что-то делалось. И они сейчас идут, и их надо поддерживать. Вот и все. Поэтому э -э, я понимаете, есть большая разница между там, обещаниями и выполнением этих обещаний. Мы, например, пишем четко то, что мы можем сделать. Ни, ни словом больше, никакого космоса или каких-то там высоко, высокопарных фраз, чисто для того, чтобы поверьте нам. Да и люди уже прекрасно понимают, что одни пять лет прошли, потом вторые уже 10-15. Все, что обещали, то есть вот такое большое, никто ничего не смог реализовать. А вот какие-то точечные, локальные проблемы, которые нужно менять, которые... Вот, вот, вот за это надо, этих людей надо поддерживать, потому что э, космодром не построим, э, и в космос опять не улетим, и оттуда что-то такое сверхъестественное не привезем, даже если. А вот э, решить вопросы проблемы там канализации, да, чистой воды в кране в каждом доме, или чтобы деревья не валились на людей, ну, это же как бы обычный, несложный вопрос. Вот дал команду, организовал работу, обеспечил ресурсами, вперед из песни. Но, к сожалению, э, наши люди э, сильно Надаються влияння, вот все ж вміють завертувати красиву обгортку. Да? От красіуміють розказувати, уміють заманівати і к сожалению люди подаються цьому обману. Тому треба бути більш збирательним просі. Років 10 тому, наскільки я пригадую, наші земляки, Одесити, мешканці області, вони підтримували ту чи іншу партію на місцевих виборах, дивлячись на те, як працювали їх. Старші брати, угу. ось там припустимо, партія там підтримує там російську мову, НАТО, ЄС. Але ж все ж таки, це не парламент, це да. міська влада, це обласна влада. Ну, яка там російська мова, яка там страна агресор НАТО чи ЄС? Ну, потрібно вирішувати місцеві проблеми. А в наших партіях є розуміння, що потрібно насамперед вирішувати одеські проблеми, а не ось там писати. Письма, э, листы турецкому там <coughs> <kinda>. <coughs> Да. Ну вы знаете, вот я, я достаточно глубоко в политических процессах наблюдаю. Вот очень мало сейчас политических сил, которые говорят о действительно местных проблемах города Одессы. Да даже и области, хотя проблем колоссальное количество. Все пытаются сместить повестку дня во что-то глобальное. Вот то, что не решается на местном уровне, и это замыливание глаз, и людям пытаются вот рассказать, что мы этого всего добьемся, по факту заведомо знают, что ничего мы этого не сможем сделать. А о местных проблемах почему-то политические силы то ли боятся о них говорить, потому что придется же потом эти обещания выполнять, либо не знают этих проблем, потому что посмотрите на списки кандидатов, которые сейчас идут в тот или иной совет. Как правило, это, как называют в народе, парашютисты. Люди, которые приехали из других областей, из других городов, которые просто хотят попасть на какое-то там жирное место и потом заниматься своими делами. Они не знают их проблем. Это, это, это колоссальная проблема, извините за тавтологию, но э, такой подход, он будет иметь свои последствия. Э, мы же с вами, как, смотрим на списке там первая десятка, да, там первая ну, двадцатка, а у нас-то по 64 депутата, 84 депутата в областном совете. Туда же, низ даже никто не доходит, думают, что там никого нет, а там именно зарыта вот эта вот проблема, которая в результате пройдет в горсовет или в облсовет и с этого потом выстрелит большая, ну скажем так, об облочка, которая испортит весь этот всю эту работу. Поэтому я, например, вот наблюдаю еще такую картину, когда ну, есть, например, такие достаточно влиятельные мэры городов нашей области, да, которые от э, смены политического режима э, перекидываются за ту или иную партию. И э, фактически результат практически не меняется. Вот если за одного мэра голосовало 50%, даже если он перейдет в другую партию, за него тоже голосуют эти же 50%. Э этому есть объяснение. Вот это люди, которые на самом деле знают проблемы своего города или своего района, территории, и которые просто ведут за собой своих людей. То есть люди уже знают, что этот кандидат, он не рассказывает, он уже знает, что делать, делает, и мы просто доверяем, в какой бы он партии ни был. С одной стороны, да, но с другой стороны, поймите, у нас мы никогда не выберемся с ситуации, когда повестку дня будет диктовать центральная власть. У нас своих очень много проблем, и их нужно решать на местном уровне. А если вот так вот все время перекидываться и быть под влиянием повестки дня центра, мы никогда не сможем решить своих проблем. Вопрос русского языка, да, он вроде как глобальный, все украинские его все время мусолят, людей разделяют. Но для Одесской области, например, он намного более чувствительный, нежели там для той же Киевской области или Львовской области. Да? И тут надо подумать, можем ли мы что-то сделать для одесситов, для того, чтобы дети смогли по желанию их родителей учиться, либо чтобы каждый человек мог прийти и просто подать в государственный орган как заявление, чтобы его просто приняли. Да? То бишь, Местные партии этого сделать не могут, партии, которые представлены в парламенте, это сделать могут. Поэтому нам нужно понимать, что для нас главное. Вот лично я считаю, что все наши проблемы в том числе от бедности, потому что люди не, не имеют возможности развиваться всесторонне, потому что их сковывают, зарплаты маленькие, пенсии маленькие, цены высокие, в результате мы все с вами просто выживаем. А вот чтобы люди стали богаче, у них сразу появляются определенные возможности. И куда Куда-то поехать, чему-то обучиться, дать какие-то возможности, взять нормальный кредит, открыть свое дело. Банально, там мы не говорим построить завод. Мы банально говорим о том, чтобы там магазин какой-то, ларечек, точку на базаре, чтобы дать возможность людям смотивировать их работать. Пока мы не станем богаче, мы так дальше будем вот слушать и э, получать эти пайки. И в этом, конечно же, ничего плохого нет, но это, это технология, которую пытаются просто купить ваш голос. Понимаете. Поэтому главный вопрос, который сейчас нужно слушать у партий, как они пытаются или, или планируют развивать экономику нашего города. Вот что вы сделаете? Вы просто будете проедать то, что вам приходит э, с налогов? Или вы все же таки придумаете какую-то программу привлечения дополнительных денег? Может вы поработаете с банками, которые начнут давать нормальные кредиты для населения? Не для вас, горсовета, как вы это любите брать, уже, уже набрали 3,5 миллиарда, а для людей. Вот, вот это главное проблема. Потому что если мы станем богаче, если одесситы станут богаче, и город будет больше получать, потому что все мы будем больше тратить, больше платить налогов, налоги опять будут оседать в городском бюджете. И таким образом, за счет внутренних, скажем так, поступлений, а. развития внутренней экономики, мы сможем идти дальше. А там уже поговорим и про язык, и про все остальное. Вот когда давайте сначала разберемся с деньгами. У нас с этим больше всего проблем. А, можливо, комусь здається, що ми говоримо про досить серйозні теми. Але телеканал-репортер завжди був на стороні того, що потрібно виборцям роз'яснювати, проводити уроки, якщо хочете, там курси там політичної з ліквідації політичної неграмотності, тому що вже майже 30 років. Політичні сили, не всі політики, користуються цим. Люди не хочуть навчатися. На жаль, я всіх поважаю співвітчизників, одеситів, але я це повинен констатувати, тому що стежу з цим. Ну, ви робите дійсно большое діло. Це знаєте, було б неплохо, навіть клуб какой-то який би віщав і об'ясняв людям, чому важливо розуміти процеси, тому що. Именно от голоса, именно вот от позиции, как вы относитесь к власти, к депутату, к вашему представителю, к чиновникам, очень многое зависит. У нас сегодня единственный инструмент, который боится власть, это гнев народа. Единственный. Все остальные вот уже ни, ничего, ни письма не работают, ни скарги, ни звонки на горячую линию, это уже все не работает. Вот только когда люди встают, приходят, начинают требовать, вот это уже шатает. Поэтому э, объяснять людям, зачем, э, вообще как работают процессы, зачем идти на выборы, зачем изучать программы, зачем изучать людей, как, как вообще из этого информационного мусора выбрать действительно правду, где искать первоисточник, это очень важно. Люди, почему люди себя так ведут? Есть простое объяснение, они просто э, спустя там, одной революции, уже второй революции просто перестали всем верить. Сейчас сказать, вот любого, даже кристально чистого человека приведи в дом, во двор повстречаться с жителями этого дома, они заведомо тебя воспринимают как, как врага, как человека, который в очередной раз пришел их обмануть. Сейчас, ну, люди потеряли веру, это самая главная проблема. Сейчас прийти и рассказать, что я тот, кто действительно будет с вами, ну, крайне сложно. Или из разряда практически невозможно. Люди э, не верят кандидатам, они. Ну и даже, вы знаете, опять же, какие вопросы задаются. Вот, а что вы сделаете? А что вы можете? Да, все с вами понятно. С одной стороны, да. Но если вы уже знаете этих людей, кому вы не верите, дайте возможность тем, кого вы еще не знаете. Ну, без этого никак не получится. По-любому надо кому-то доверить этот, эту миссию. Либо выбирайте со своего двора, говорите, ты наш кандидат, вот мы сейчас пройдемся по району и скажем, что мы тебя выбрали, и мы вот за тебя будем, тогда вы будете четко знать. Либо выбирайте те, Кому більше-мені довіряєте, хто вам говорить правду, хто від вас не скриває нічого, і хто действительно буде на телефоні круглосуточно буде рішати ваші проблеми. Дякую, пане Романе. Чергова така серйозна розмова, вже надбання історії. Але я вважаю, що якщо, якщо наші глядачі, наша аудиторія. Не буде вимагати, наприклад, від депутата парламенту, щоб він там вкрутив лампочку. А буде це питання адресувати ну, депутату там, міської ради. Це все вже буде маленька, але перемога. Дай Бог. Хоч, хоча б це дякую. Успіхів вам. Дякую а вам. з вами був Віталій Хем. І залишайтесь на телеканалі Репортер. До нових зустрічей в ефірі.